А вы армянка? Я армянка по национальности. Знаменитый армянский тиктокер. Да. Я все говорю правду, мне говорят, ты предательница, ты не армянка, ты азербайджанка. Есть Карабах. Есть официальный документ на юридический уровень, что это территория Азербайджана. Я не успела прилететь в Азербайджан. Да. Уже начали угрозы со стороны Дашнак. Угрожать смертью? Конечно. 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 Почему армяне не любят вообще-то турков, азербайджанцев? В чем проблема? Вы а в чем, тогда в чем причина враждебности армян? Привет. Добро пожаловать в Баку, в Азербайджан. А как мне вас представить? Гулиева Аида. А вы армянка? Я армянка по национальности. Знаменитый армянский тиктокер. Да. А, я думаю, знаю, что последний раз вы были в Армении в 2008 году, затем отказались от своего гражданства. Да. И вы изменили свое имя и фамилию и отчество. Да. Расскажите об этом, пожалуйста. В 2008 году я ездила в Армению, чтобы отказаться от своего гражданства, чтобы и могла получить российское гражданство. Угу. А после этого я вышла замуж за азербайджанца. Ага. Мы прожили уже 7-й год, проживаем вместе. А потом я приняла ислам. Поменяла по исламу имя, взяла фамилию своего супруга. Так как у меня было желание посетить Баку, Азербайджан, это была моя мечта, мне пришлось поменять и отчество, потому что с армянской отчеством я как бы не могла сюда посетить. И слава Всевышнему Аллаху, что на сегодняшний день сбылась моя мечта. Угу. Я посетила эту прекрасную страну, Азербайджан. Я очень довольна. Ну, впервые, да? Да, так... я первый раз в Азербайджане. Ну, впечатления какие-то? Словами не передать, я просто в восторге. Расскажите мне, вот, что случилось вот в тот момент, когда уже прибыли в Баку, здесь, вот, что там случилось, интересно, вот ваш, ваш контакт с нашими сотрудниками, вот, официальными лицами, что там было? Все было очень прекрасно, на высшем уровне, никто меня не обижал, как мне представили, что Азербайджан это как агрессор. Я никакого агрессию не видела со стороны Азербайджана. Наоборот, люди встретили, сказали добро пожаловать, хош келесес. Да, были моменты, что они как бы в течение часа задержали. Это ну, чисто проверка документов, потому что ну, как бы армянка прибывает в Азербайджан. Это нормально. Да, тем более после Карабахской войны это как бы должно было это случиться. Я готова была к этому. Ну и все. Прошло прекрасно, все хорошо, и спасибо всему азербайджанскому народу, который меня любит, уважает, понимает. Также это любовь, уважение взаимно. Угу. И спасибо правительству Азербайджану, что мне разрешили побывать в Азербайджан, чтобы эта моя мечта сбылась. В первую очередь спасибо Алибаш команда, джанаб президента, господину я его президенту, очень... Да. Люблю, уважаю и его действия поддерживаю. Он для меня как достойный мужик, сын своего народа. Сказал, сделал. Интересно, вы коренная, да, армянка? Да. Армянка, отец, да, я из Абувяна. Сколько вы жили в Армении вообще? До 17 лет. А дети есть у вас сейчас? Да, трое. Угу. А как их называли? Вот имя, интересно. Ну, армянские имена. А потом хотите их тоже именно вот, поменять? Ну, это их не выбор. Я как бы жизнь детей не лезу. А как они относятся вам, вот вашим, все конкретно этим идеям, вот конкретно любовь к Азербайджану? Хорошо, хорошо. У меня супруг азербайджанец. Несмотря на то, что это не его дети, он поддерживает, воспитывает, поднимает. А, не его дети? Нет, это не его дети. Ага. Ну, он участвует, да, в воспитании. Понятно. Как бы мои дети его очень сильно любят, уважают. Угу. Так же, как и он к ним относится, к уважением. Вот вы знаете, что Армения вот 30 лет удерживала азербайджанские земли под оккупацией. Ну, Азербайджан победил. Вынужден был победить, потому что мы... Другого варианта не было. Вот вы знаете, что урегулирование Карабахского конфликта заняло много времени. Азербайджан вынужден был вот, освободить свои земли. Что хорошего вы видите? Вот, ведь многие же армяне лгут. Вот ваше мнение мне интересно. Ну, на состоянии момент я вижу то, что Азербайджан вернул свои территории. Угу. Да? Он строит.
в Карабах сейчас цветет, растет. Вот 4 года, да, Азербайджан вернули эти земли. Вот когда была оккупация? А когда была во время оккупации, да. Я как смотрю видео, все, там все было разрушено. Они даже одну деревню не посадили, угу. Да? Да, да, конечно. Когда я все говорю правду, мне говорят, ты предательница, ты не армянка, ты азербайджанка. А почему я должна врать? Я вижу просто факты. Они говорят Арцах, да, Арцах кем признан? Она как бы никем не признана. Если Республика Армении не признала это на государственном уровне, да, я не могу это тоже признать. Mm. Есть Карабах, есть официальный документ на юридический уровень, что это территория Азербайджана. Все, да, все факты. Но Азербайджан хотел все это мирным путем это сделать. А вы знаете, да, опять я говорю, урегулирование карабахского конфликта занял много времени. Но потом уже вынужден был. Ну, я это знаю, я слышала земли. Даже видеоролики, где Джанап президент говорит, что надо все мирно решить. К сожалению, дошло до того, чтобы случилась война. Это горе двух сторон. Несмотря на то, что я армянка, я нахожусь в Азербайджане. Да. Я люблю свою нацию. Я люблю свой народ, да. Я не люблю тех людей, которые причастны к этой войне. Почему должны двух сторон погибать молодые люди, которые даже жизни еще не успели видеть? Почему? За что? Вот ваш этот взгляд не доставлять вам проблем вообще-то? Ну, проблемы не со, знаете... Вы в России доживете? Да, я живу в России на данный момент. Я не успела прилететь в Азербайджан. Да. Уже начали угрозы со стороны дашнаков. Угрожать смертью? Конечно. 2 года назад тоже угрожали. В этот момент меня поддерживали азербайджанцы. Угу. Я жила 2 месяца дома у азербайджанцев. Они меня там прятали. Были большие угрозы. Да. Ко мне приезжали тоже. И в данный момент тоже идет. Угу. Масштабная, как говорится, дашнакская партия против меня. Они собирают людей. Угрозы. У меня есть видеозаписи, как они меня угрожают. Я также обратился в посольство Азербайджана в России, да. Чтобы они принимали какие-то меры. Потому что я ничего против законного не говорю. Так же, как мой президент, в какой стране я проживаю, да, уважаемый Владимир Владимирович Путин, тоже признает, что Карабах – это часть Азербайджана. Да. Если у них есть какие-то вопросы, почему они не задают президенту России, да, где мы проживаем. Самое интересное, знаете, что меня угрожают не те армяне, которые, допустим, живут в Армении, да. А те армяне, которые проживают в России, за границей. Агрессия в основном с их стороны. Те блогеры в ТикТоке, которые занимаются пропагандой. Вот они меня угрожают. Всегда так было. Они жили в России, да. В Европе, там сказали, надо убивать турков, азербайджанцев. Да. Страдал армянский мирный народ. Мирный народ, да. Почему-то за таких дашнаков должно страдать мой народ. Я против своего народа ничего не имею. Также против азербайджанского народа ничего не имею. Угу. Если политики не могли договориться или что-то, причем простой народ? Зачем уничтожать простой народ, да? Тем более Алибаш команда сказал, что давайте мирно порешим этот вопрос. Ну, можно было бы решать. Да, конечно. Если можно. Должны были бы вернуть... Ну, вернули бы вовремя, да? Зачем столько? Ераблуш сделали, Алей Шахидов сделали, да. Горе принесли родителям. Да. Я как мать, у меня тоже сын растет, мне жалко родителям. И с армянской стороны, и со стороны Азербайджана. Что вы можете сказать вот, о хаджалинской трагедии, хаджалинской резне? Вот? Что можете знаете, сказать? Что я могу сказать? Я да, как бы много фактов, я смотрю... Как бы и читаю, вот, что творится в соцсетях про Ходжалы, да. Я также не хочу, чтобы агрессия была на мою сторону. Как бы я не могу за весь национальность, да, мой за весь народ. Ну, конечно. Лично я могу сказать за себя, я приношу свое извинение. Я за себя говорю. Да, это случилось, это ничего уже не вернет. Просто жаль, что люди пережили этот боль. Да, мирные люди. Дети... Извините. Это очень жаль, да, старики. Это очень жаль. Да. Интересно, вот вы армянка, вы жили в Армении. Ну, как вы можете мне сказать, вот, почему армяне не любят вообще-то турков, азербайджанцев? В чем проблема? Я не сказала бы, что не любят. Ну, это не все. Так. Не все, да, также не все. Если бы они не любили бы турков, я скажу так, они не летали бы в Турцию, не отдыхали бы в Турцию.
не привозили бы, как бы в торговле не занимались бы в Турции. Если ты человека не любишь, как ты можешь на его государство как бы посетить, да? Армяне вот годами жили в Азербайджане, тоже в лучших местах жили в Азербайджане, да? Это знаете, тоже, знаешь, сами чиновники, да? Все были армяне. Тогда в чем причина враждебности армян? Неблагодарность, скажу, тех людей. Как можно вот жить в том месте, где ты кушал хлеб, пил воду и забывать? Для меня это как бы дикость, я это не могу воспринимать. Ну, в мире много армян думают, как вы? Многие думают, просто немногие рискуют это говорить. Все боятся. Mm. Боятся. Люди реально боятся дашнаков. Mm-hmm. Несмотря на то, что я на данный момент в Азербайджане, я приеду в Россию, что будет со мной после их угрозы, но я до конца буду стоять на свое слово и всегда буду говорить правду и только правду. Кто на самом деле вот, виноват в этой войне? Армянские власти или армянский народ? Нет, я считаю, армянские власти не могли договориться, да? Ну, а бедный народ, при чем он? Народ ни при чем, народ не хочет войны. Также возьмите азербайджанский народ, обычный народ, хотел бы войны потерять своих сыновей? Нет. Ну, конечно. Также армянский народ. И кто воюет со стороны, да, вот смотрите, те люди, которые бедные. Как вы думаете, пропаганда тоже это влияет? Конечно. Угу. Конечно. Вот что принесло Армении вот 30 лет оккупации азербайджанских земель? Ничего. Что принесло? Что они там делали? Посмотрите 30 лет назад и посмотрите спустя, после Карабахской войны, как цветет Карабах. Угу. В составе вот уже в Азербайджане, да, на официальном, да, уровне. Как она растет, как она цветет. Люди уже живут там. Угу. Да, вот вы делаете выводы, да. Если им нужно было, они признали бы это, делали бы свою часть государства, да. Ну, никто же это не признал, потому что есть юридический документ, что это является частью Азербайджана. Да. Ну, как вы думаете, вот, о совместном проживании азербайджанцев и армян? Можно ли, может вообще это случиться? Знаете, на данный момент... Мы можем доверять. Знаете, как скажу, если будут такие люди, как я, угу, можно. Ну, еще рано говорить, потому что как бы многие крови, да, пролиты с двух сторон. Я думаю, что рано об этом говорить. Ну, иншаллах, есть надежда, что сбудется. Как бы я надежду никогда не теряю. Почему? Угу. По своему опыту, потому что я в протяжении вот эти 10 лет мечтала попасть в Азербайджан. Ага. Я даже не ожидала, я не думала. Ну, на свой риск, на свой страх, без либо разрешения никого, без либо приглашения никого, я взяла сама на себе такую ответственность, ага, и прилетела. И слава Всевышнему, все прошло хорошо. Мои друзья, с которыми я познакомился в соцсетях, в ТикТоке, они меня встретили. Я в восторге. Хочу сказать, что Азербайджан – это не агрессор. Как это представляет в соцсетях, да, что он агрессор. Я не видела никакой агрессии, кроме доброту. Где вы были? В Баку? Или там, в других районах? В районе только, да? Вчера побывала в Куба. Ага. Отмечала свой день рождения. Отлично все. Поздравляю вас. Спасибо. Я просто в восторге. Все прекрасно, все хорошо. Ну, сегодня еще погуляем. Угу. По Баку посмотрю, остальные, ну, часть. Город, да? Словами не передать. Это, знаете, как говорится, кто хочет рай, езжайте в Баку. Вот рай на земле, это вот действительно это Баку. Когда мне говорят, там люди от голода умирают, в Баку ничего нету, там это... Я вижу, как люди умирают. Как бы по городе гуляем, нигде свободно места нету, везде кафе полные. Люди живут, вечер, радуются. И ночью тоже. И ночью, и до, да, утрами гуляли, да, везде полно народ. Люди счастливы, живут, как говорится, получают удовольствие о своей жизни. И спасибо глава командующего, Алибаш команда, что он все это делает для своего народа. Да, мы благодарны нашему президенту. Да, я его очень сильно, да, уважаю. Конечно, как у меня была мечта попасть в Баку, да, я добился, я это сделала.
иншаллах, избудется тот день, когда я нажму ему в руку и скажу салам алейкум. Я надеюсь, будет. Ну, знаете, да, все это экономическая, политическая, дипломатическая, военная победа нашего президента вообще. Да, я как бы поддерживаю его, потому что он мужик своего слова. Он сказал, он это сделал. Ну, как народ, мы в долгу перед нашим президентом. Ну, конечно, да. Конечно. Да, знаете, я еще хотела бы обратиться к матерям-шахидам. Просто сейчас со стороны Армении, дашнаков, да, идет большая пропаганда в соцсетях. То, что я нахожусь здесь, они хотят делать такую пропаганду, что армянка прилетела туда, куда вы смотрите, что ваши сыновья шахидами стали. Несмотря на то, кроме мимо меня, да, допустим, сколько армян живут в Азербайджане, никто... как бы их не трогает. Хочу обратиться к родителям, у которого сыновья стали шахидами. Да? Да. Мой приезд здесь, это просто, это была моя мечта. Я не хочу затронуть чьи-то чувства. Я хочу сказать, Аллах рехмет элесен шахидлярымыз. Аллах шафа версен газилярымыз. Аллах сабр версен аналарымыз. Извините, пожалуйста, но я не хочу своим приездом как бы затронуть ваши чувства. Да, я хотела поехать Алей Шахидов, извиниться, как бы это мой долг. Ну, как бы не хочу, почему это делать, потому что, может, это многим не понравится, чтобы не тронуть ваши материнские чувства, я пока это не буду делать. Ну, скажу вам, вы родили реально храбрых ребят. Низкий поклон вам, азербайджанских родителей, которые сыновья стали шахидами. Да помилует их Аллах. Аллах рахмет эйлесин шахидлерімізге, қазылармызға жан сауы берсін. Спасибо за искреннее интервью. Благодарю вас. Спасибо. И добро пожаловать опять в Азербайджан. Спасибо. Баку. Всего доброго. Всего доброго вам. Спасибо.